Вы на канале «Включи папу». Включи папу. Сегодня будем открывать конструктор, да? Откроем коробку и будем смотреть. Вот такого. Что? Сегодня мы будем открывать Лего. Да? Света подарила, да? Помаши Свете ручкой. Скажи спасибо, Свет. Спасибо, Свет. А ну давай открываем. Так. Там ничего не надо отрезать. Так, одна коробка. О, я нашел часть от гаража. Ну, давай, доставай. Доставай. Это что у нас? Покажи на камеру, что это. Что это? Это человечек. Вот это полицейские, да? Автоматик. Ух ты. Автоматик. Взрывная. Это взрывчатка, да? Давай покажем зрителям. Смотрите. Это полицейский, а это грабитель, да, Тимур? Угу. Это грабитель. А вот эта штучка такая, угу. Там потом, когда соберем тюрьму, вот, для вот этого грабителя, угу. Эту штучку, вот это как взрывчатка, когда засовываешь, и она взрывается. Там потом вам покажем уже, когда соберем. Да, Тимофей? Тимофей Иванович вам потом покажет. О, смотри, пап, можно и так. Это, я так понимаю, это вот эти вот окна самого полицейского участка. Я тут захочу. Да, ну давай доставай дальше, что там у нас, смотри. Тимош, смотри, вон сколько пакетов. А это платформа, да, самого, это сам фундамент, да, будет стоять полицейских участков. Так, ну вот инструкция. Такая вот инструкция. Смотрите, может, нам надо, наверное, сначала инструкцию выучить, правильно? Вот, смотрите, здесь вот все детали показаны. Как все собирается. Ну, вот будем смотреть и собирать по ней. Что, начнем? Вот ножницы нашли уже, да? Будем разрезать, смотри, что у нас там за пакетики такие. Ну на, разрезай сам туда. Так. А как разрежешь, доставай все пакеты оттуда и будем смотреть, что там у нас такое интересное. Что там за детали такие. Вдруг какой-то деталь не доложили, да? И без нее у нас ничего не получится. Помочь тебе? Давай, помогу. У нас ножницы не очень-то острые. Оп! Что тут у нас? Вываливай. О! Детальки у нас есть. Ну что, начнем собирать нашу конструкцию. Детальки, нам весь стол заняли. Ну да, так а с чего начнем? Давай вот посмотрим нашу конструкцию. Смотри. Чтобы собрать вертолет, нам потребуется лопастя. Кстати, в этом конструкторе один минус. Здесь все детали, например, детали вертолета раскиданы по всем этим пакетикам. Детали машинок тоже по всем пакетикам раскиданы. Все в разных пакетиках. И нужно постоянно искать, например, как пазл собираешь. Вот. Так, а это что у нас здесь? Это вот, смотри, это этот. Я вижу здесь шлем. Полицейский шлем, смотри. Здесь у нас пакетики. Вот что у нас. Давай это откроем. А здесь что у нас? А здесь, я так понимаю, смотри, здесь вот кусок, смотри, мотоцикла. Может, давай сначала всех человечков соберем? И поставим их на платформу. Давай. Давай, тут два человечка. Давай, человечка соберем. Доставай. А, не видишь, заклеены все. Давай так отклеим все это. Наверное, тоже, да, надо отрезать. Давай, отрежем сейчас. Вот. Два.
аккуратно надо. Аккуратно, да, надо очень аккуратно. Чтобы его не порезать. Да? Да. Не испортить, да, Маша? Да. Детали нам вот туда складывать. Где? Вот у нас один полицейский готов. С пистолетом, да, такой? Да. Ну, покажи мне, наверное, зрителям. Вот такой человечек с пистолетом. Так, давайте теперь автоматики достанем. Вот автоматика один. Папа открывает. А, это рация. Это рация. У нас так, сколько мы дней будем собирать это? Ну, я думаю, сутки. Может, да. Быстрее. У нас одно что-то досталось. Да? Автомат. Одевай сразу на это солдатику в руки. Давай автомат сразу. А я же сюда не уйти. Одевай автомат, солдатик. Вот. Оп. Оп. А ну подожди. У нас. Ручка. Рука отвалилась у него. В нашем деле главное мелкие детали не растерять, да? Одна голова. А это другого, там, это да. Скорее всего другого там бандита еще. У них тут, у них, у них, смотри, у них один бандит, два этих в шлеме полицейских и четыре, которые на участке будут работать. А один, один даже консьерж, видишь, который дверь. А два консьержа. А нет. Это не консьерж, это просто какие-то военные солдаты. Где были? Вот, здесь вот, это летчики, смотри, вот эти вот в шлеме, вот они в шлеме, видишь? Это летчики. А, вертолетчики, они будут летать на вертолете. Два вертолетчика? Да, да. Нет, один. Один вертолетчик, у нас же один вертолет, один вертолетчик. Вот это будет вот так, он будет сидеть в кабине, видишь, и летать. А другой у нас мотоциклист, видишь, в этом будет. Вот, вот, другой у нас мотоцикл такой. Я буду аккуратно. И машинка, у нас один водитель, другой этот. Не, а может пока не будем сюда разбирать, это, чтобы не потерять. Давайте с чего-то начнем. Смотри, вот раз. Давай ставим пока. Ну так вот, в ту сторону ставь, чтобы зрителям было видно. Наших военных солдат. Опа! Давай вот эти детали, наверное, вот эти мелкие мы пока отложим, да? Вот сюда давай. Вот сюда будем складывать. Нет, давай вот сюда, где я. Давай. Давай сюда детальки. Так, положим сюда все наши детальки, да? Угу. Мы взяли вот такой вот контейнер. Скинем сюда все детали. Давай раскрывай пакет. Ложи всех сюда. И уже потом там будем по делу разбираться. Куда, что к нам брать. Да, где вертолет, где этот. Потому что нет смысла держать все в пакетиках, потому что у нас все детали от разных конструкций. Давай. Прикольная идея, пойду. Прикольная идея. Нет, этот нет, это фундамент, все у нас. Нет, это все у нас будет как основа. Мы будем на нее собирать уже этот. Как на коробочке нарисовано. Вот эти да. Положу на дерево. У нас же еще елка будет здесь. На что на коробке нарисовано? У нас нарисована машинка, у нас нарисован целый полицейский участок. О, это колесо. Колесики будем потом отдельно собирать. Ложить сюда пока все, потом будем искать. Давай, наверное, не все будем сюда скидывать, потому что я так смотрю, что нам так будет проще даже вот так вот искать. Вот вижу, что...
можно. Или ты хочешь все сбросить сюда и потом отрезать сюда, да? Да. Ну давай, отрезай. Нет, вот здесь вот тут режь. Вот тут режь. Вот тут. Нет, 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 нет. Там высыпай. Тут разрывай. Высыпай сюда все в контейнер. Так, ну давай вот эти еще детальки. Ну тут мелкие, смотри. Это для башни, скорее всего. Да, вот это вот для полицейского участка. У тебя еще, да, там пакетики есть? А здесь у нас тоже какие-то наклеечки. А, вот тут наклейки. Мотоцикл. Так, ну вот зеркала, это у нас будут сверху стоять вот так вот, да, эти? Вот. Так, мы тоже такую площадочку, да, с тобой сделали. А тут, смотри, поэтому там нет черненьких, Тимошенко. Это вот, это крышу ты сейчас берешь, одеваешь. Это крыша. Давай вот эту сейчас построим конструкцию сверху. Идем. А, вот, нашел. Вот она, да? Это от нее или не от нее? Что-то не похоже, да, на нее? Да. Хотя, знаешь, возможно, вот это вот, смотри. Вот, да, это от нее. Мы сильно просто далеко поставили. Смотри, вот сюда ставим. Раз. Вот это у нас полностью, да, закрываем. Значит, нам детальки, наверное, надо подлиннее чуть-чуть, да? Ты сделал дверь в гараж? Угу. С полицейского участка. Ну, давай вот это, ну да, круто. Давай вот эту, может, и высыпем тоже сюда вот. Достанем, да? Вот у нас эти полицейские балконы для перегородок. У нас пол, да? Да. Ну как у тебя классно получается. Мне кажется, что-то мы делаем не так. Так, так. Все правильно делаем? Ну да. Ну хорошо. Мне кажется, у нас какой-то другой полицейский участок. Ну получится. Да, получится другой полицейский совсем участок. Совсем другой? Ну да. Я так и хотел новый полицейский участок. Слушай, так может этот, не будем строить, построим тут маленький домик и насадим много елочек и все. Нет? Давай лучше маленький домик построим правда. Нет, а что ты разбираешь? Это до одного человечка. Сделаем реконструкцию нашего полицейского участка, да? Получается, нам эти все детали не нужны, да? Это все лишнее, да? А вот мы сейчас сделаем маленький домик, поставим елочку и все, да? Нет! Все детали нам нужны. Ну, я думаю, нам все-таки надо построить этот полицейский участок, чтобы потом в нем играться, да? Ты сейчас знаешь, что мы сейчас строим? Вот это вот здесь у нас будет тир. Здесь у нас будут полицейские тренироваться по стрельбе, да? И там поставим мишени, и там будет тир. Так как ружья, вон ружья, давай, помнишь, чтобы стоять? Там было. Там ружья вот тут будут стоять. А вот тут у нас будет мастерская. Вот тут у нас будет тюрьма. А вот здесь у нас будет полицейский участок. И построим его двухэтажный, хорошо? Двухэтажный. Подожди, построим. Папа. Это будет еще круче. Еще круче? Мы сделаем вертолетную подожди. Площадку? Нет. Будет нет. Тут, пускай они будут тут пить чай. Будет тут у них кухня. Они будут пить чай и стрелять. Это у них там нет, кухня. Давай кухню сделаем на втором этаже. Поставим компьютер и кухню, давай. Давай тут будет.
будет кухня. Там будет кухня. А стрелять они будут на втором этаже? Ну давай тогда, давай строй, давай. Давай. Ну вот смотрите, мы собрали уже вот такой полицейский участок с Тимошкой. Еще остался нам сделать тюрьму построить, да, потом машинку полицейскую, потом полицейский мотоцикл нам осталось сделать и вертолет, да? Вертолетную площадку. Покажи, какие у тебя тут компьютеры стоят. Покажи пальчиком, где у тебя там компьютеры, вон, да? Стулья, компьютеры, вон у нас вот. Ближе. У нас даже этот тир есть, да, куда стрелять. Ну, вот, смотрите, вон. Тир, елочку. Потом поставим еще этот почту, да, почтовый ящик поставим. Да. А он тут. А он тут. А Тимофей еще собирал этих солдатиков, собирал, ну, этих полицейских. Покажи на камеру, каких-то полицейских собрал. Ну, таких вот собрал, да, полицейских. И вот таких. И вот таких. Достроили нашу полицейскую базу, достроили этот тюрьму нашу, да, Тимур? Осталось еще сделать мотоцикл, осталось сделать машинку и вертолет, да? Вон собачка уже зовет нас на улице гулять. Все, помаши зрителям, пока-пока. Пока-пока, понравилось видео, ставьте лайк, да, Тимур? Так, так пальчик надо делать, да? Пока-пока.